Добрый день, с вами Остров Сокровищ, и это наш новый видеообзор на отель Виката Лакшери. Пошли смотреть. Отель Виката Лакшери находится на второй береговой линии пляжа Ката, 45 километров от международного аэропорта Пхукета. На территории обустроена бесплатная парковка. От отеля до пляжа ходит шаттл. С расписанием вы сможете ознакомиться на ресепшене. Депозит при заселении – 2000 бат. Также на территории отеля находится спа, конференц-зал и тренажерный зал. Рядом с отелем развита инфраструктура. Есть обмен валют, продуктовые магазины и большой рынок. На ресепшене вы сможете заказать такси, взять в прокат автомобиль. Также для вас могут организовать доставку цветов. Немного тяжелая дверь. И немного мало места. В принципе, можно даже свет не включать. Я все вижу. Так. Уютно, но мало. А, прошу прощения. Это был небольшой коридор. Однозначно мне нравится этот номер. Я как будто дома. Проверим кроватку. И правда, как писали, матрас немножко жестковат. Розетки есть, светильник есть. Так. Есть шкаф. Это так круто, потому что ты приезжаешь с большим количеством платьев, костюмчиков. Все можно развесить, прибрать, убрать. Халатики милые, зонтики, сейф. Достаточно вешалок, не две. Замечательно. Просто замечательно. Я теперь понимаю, почему отель Виката Лакшери один из популярных среди наших гостей. Есть письменный стол, посмотрите, пожалуйста. Правда, вот эти стулья, они, я не понимаю, кто был дизайнером данного интерьера. Типа стул-невидимка, но ладно. Просто шкафчик. Телевизор вообще так уютно, так здорово. Мне очень нравится. Отличный номер, отличный. Так, давайте посмотрим на кухню. Угу. Датчики. Почему же все так неудачно-то? Сковородка, кастрюля. Пусто. Пусто. Так, где посуда? Где посуда? Была здесь уже. У меня пара вопросиков, где посуда? Невелика посуда. Ну, спасибо, что есть. Спасибо, что живой. Так, водичка. Мини-бар, чай, кофе. Чай, кофе. Телевизор. Однозначно мне нравится этот номер. И смотрите, довольно просторная ванная комната. Зубные щетки есть. Все, что необходимо, есть. Фен, давайте проверим. A few moments later. Давайте проверим фен. Все работает. Отлично. Полотенце так. Ставлю 5. Однозначно ставлю 5 этому номеру. Очень хороший. Так, холодильничек покажите. Балкон. Так сразу не заметишь этот балкон. Вот только поставишь 5 номеру. Вид, как будто я в какой-то элитной деревне нахожусь, да? Такой поселочек небольшой. Но чуть бы побольше места, и было бы вообще супер. Да? Ну что, пойдем дальше. Все номера отеля оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, где есть русские каналы. В каждом номере есть кухонная зона с электрической плитой и микроволновкой. Базовый набор кухонных принадлежностей. Одна сковорода, одна кастрюля и пара тарелок. Если вы приехали на отдых с маленьким ребенком, можно поставить кровать для ребенка за дополнительную плату. В номера осуществляется доставка рум-сервис. Уборка в номере по запросу
Для этого нужно нажать кнопку вызова «Housekeeping». Все номера для некурящих. А сейчас мы с вами находимся на крыше одной из излюбленных мест гостей этого отеля, где находится бассейн. Его длина 50 метров и глубина 1,4. Ну, вполне достаточно. Кстати, есть детская зона, но почему-то детки там не плавают. Сейчас мы пришли на территорию основного бассейна. Посмотрите, какой замечательный вид. Здесь также есть бассейн для детей. И обратите внимание, что семейные номера, находящиеся на первом этаже, имеют непосредственный выход к бассейну. Посмотрите. На территории бассейна находится отличный бар, и каждый день вечером здесь играет живая музыка. Бассейн – это, конечно, хорошо. Но острова – вот что действительно круто. И наша компания «Остров Сокровищ» поможет вам отправиться в настоящее морское путешествие на несколько дней по Андаманскому морю. Увидеть великолепные острова, необитаемые пляжи и зарядиться невероятными эмоциями на всю свою жизнь. Пишите нам в Инстаграм и узнайте все подробности и детали. Спасибо. Ну что, а мы отправимся в основной ресторан. Сейчас мы с вами пришли на территорию основного ресторана. Мне очень нравится здесь дизайн и сама атмосфера. Здесь проходят завтраки. Кстати, в меню представлена тайская, европейская и вьетнамская кухня. Пожалуйста, новиночка. Основной ресторан работает с 7 утра до 11 вечера. Последний заказ блюда принимается в 10 вечера. По запросу вам могут принести детский стульчик для ребенка. Бар у бассейна работает с 12 дня до 11 вечера. На ресепшене вы можете ознакомиться с расписанием кулинарных мастер-классов, которые проводятся в ресторане. На территории отеля находится замечательный уголок – детская комната. Кстати, обратите внимание, каждый день здесь анонсируют, какие активности здесь проходят, чем могут занять вашего ребенка. Очень классное место! Итак, наш обзор подошел к концу, давайте подведем итог. Отличным преимуществом является то, что в номерах есть кухня, особенно для тех, кто приезжает отдыхать с маленькими детьми. Также здесь есть хороший бонус – активности для детей, которые проходят каждый день, и кулинарные мастер-классы для взрослых. По поводу инфраструктуры вокруг отеля. Есть торговый центр и рынок, но для тех, кто хочет действительно классный шопинг, мы предлагаем наши шопинг-туры, где вы сможете приобрести уникальные изделия из змеиной кожи, ювелирные изделия, изделия из кожи, хотела сказать дракона, крокодила. Так что по всем вопросам записывайтесь, пишите нашим менеджерам, и они вам забронируют этот тур. А с вами был Остров Сокровищ. До новых встреч!